Волгограде прошло совещание на тему «Церковь и казачество. Соработничество на благо Отечества». По результатам казачьего направления 25-х международных рождественских образовательных чтений, прошедших в Москве, состоялась встреча окружных атаманов и духовников казачьих обществ, располагающихся на территории Волгоградской области. Участие в работе совещания приняли митрополит Волгоградский и Камышинский Герман, епископ Урюпинский и Новоаннинский Елисей и епископ Калачевский и Паласовский Иоанн, представители казачества и власти. Были выслушаны доклады участников, также обсуждались текущие вопросы. Завершилось совещание торжественным подписанием соглашений между епархиями Волгоградской митрополии и окружными казачьими обществами Всероссийского казачьего общества «Всевеликое войско Донское». И для церкви, потому что фактически начинается конкретная работа по воцерковлению казаков, по приобщению казаков к богослужебной жизни церкви. Казаки пока находятся около храма. В храм они заходят за редким исключением, принимают таинство тоже не все казаки. Вот. И вот задача таких вот совещаний, таких сходов или советов как раз таки и заключается в том, чтобы приблизить казака к церкви, в том, чтобы церкви стать ближе к казаку.